что здесь произошло. А ты кто? Эйвор, из клана Ворона. Знакомое имя. Ты помог сынам Рагнара свергнуть короля Мерсии. Здравствуй. Ты с отрядом не смог взять их городишко? Нет, нет, мы захватили его. Когда мы пришли, тут была кучка глинобитных лачуг. То ли дело при нас. В Грэнта-Бридже кипела жизнь и процветала торговля под рукой нашей ярлсконы Сомы. Но саксы отбили его у нас. Объявились в городе, будто выползли из теней и вышвырнули нас. А как же городские стены? И стража? И стены целы. И стража ни о чем не знала. Будто они вылезли из норы прямо в центре города, жгли все на своем пути и вопили всякий вздор о каком-то древнем воинском ордене. Когда я увидел огни, уже многих схватили или перебили. Наша ярлскона Сома приказала отступать, и мы укрылись тут, в руинах. Но в суматохе мы разделились. Она увела дружину на северо-восток, в болото. Мы бы пошли за ней, если б могли. Она очень нам нужна. Я найду Сому, а вы будьте наготове. Она давно скрылась в тумане фенских болот. Найди ее, Дракар. Это надежней. Осмотрись вокруг.
Здесь лучше не шуметь. Из Грета ближе, как скот. И перебил точно скот. Я бы вообще их живьем не брал. Они проживут ровно столько. Сома точно где-то рядом. Нужно осмотреться. И жестоко. Что? Скажи, что там впереди. Что-то случилось? Что здесь происходит? Лети, Сюнин.
двигается! Да! Все в рассыпную! Благодарю от всего сердца. Освободи нас. Быстро. Спасибо. Спасибо! Ваша Ярлскона здесь? Не здесь. Сома увела саксов на восток от своего дракара, чтобы запутать в туман. Лети же, Сёнин. Стань моими глазами, Сёнин. Покажи мне. Вы еще живы, отнесите его в тепло. Заткни рану мхом и перевяжи. Эгель, смотри на меня. Помнишь, сколько веплей ты добыл в первый день в Англии? Держите его. 9 жирных, огромных. Хватило на неделю. Да, точно. А? Через месяц добудешь не меньше. Ты пришел из тумана, как валькирия. Но у нас нет мертвых. А ты верно, Сома. Давай отойдем.
Людям нужен отдых. Это тяжелый удар. Многих вы потеряли? Спасибо, что спросил, но когда вода красна от крови, а воздух пахнет смертью, я хочу сперва узнать, кто ты. Эйвор из клана Ворона. Я искал тебя. Мне нужен друг и союзник. Ясно. Я Сома, леди Грента Бриджа. Хотя, говорят, некий орден безумцев жаждет лишить меня власти. Ты об ордене древних? Похоже на то. Один Сакс Вигмунд из их числа. Он отнял у меня мой город и оттеснил нас в эти болота. Я собрала часть людей, но трое моих помощников пропали. Они мне нужны, чтобы отбить Грента Бридж. Расскажи мне о них. Это мои лучшие люди. Бирна, Галин, Лив. Они мне ближе, чем родичи. Если я отыщу их, и мы возьмем город, я смогу назвать тебя другом? Если ты сможешь все это, зови меня как хочешь. Что случилось в Грентабридже? Элдерман Вигмунд отнял у нас город. Не знаю, как ему удалось, но это ненадолго. Я не сдамся. У него есть сторонники в окрестностях, но напал он на нас в стенах города. В самом сердце Грентабриджа. Кто такой Вигмунд? И чего он хочет? Он Элдермен, цепной пес старого короля. Он давно тянет когти Грентабриджу. Просто потому, что может. Вигмунд не раз пытался сместить меня. И теперь добился своего. Нужно найти твоих людей. Верно. Осмотрим реку, поищем там их дракары. Если поспешим, успеем найти их раньше, чем волки. Туман больше помеха, чем подмога. Нужно осветить путь назад. Долго и жарко гори, яркий волк ветвей. Соми назад верни клёны битвы скорей. В чем же? Глупо обшаривать болото ради нескольких человек. Ты сказал, это лучшие твои люди. И они нужны, чтобы взять город. Ты думаешь, это глупо? Я понимаю. Так почему должен я? По-моему, ты из тех, кто ценит одиночество. Ты сам по себе странник. Может быть, воины для тебя просто средство. Но эти люди не просто воины. Они моя семья. Ближе родичей. Я уйду.
Но эти люди не просто воины. Они моя семья. Ближе родичи. Я уже потеряла свой город. Не могу потерять и их. Понимаю. Если твои люди еще живы, мы их найдем. Расправь крылья, Сёнин. Волки окружили кого-то. Нужно быть осторожнее. Галин, у тебя ужасный вид. Что с тобой случилось? Саксы загнали меня в туман, прямо в логово разбойников. Но слава Фрейру, я увидел их прежде, чем они меня. И ты один остался в живых из всей дружины? Да. Я и сам-то едва жив. Но милостью Одина и Фрей, мои воины будут пировать нынче у богов. Мы разбили лагерь поблизости, там горит огонь. Иди туда, Галин, и отдохни. Я и Эйвор найдем остальных. Я пойду в лагерь, встану на ноги сам и позабочусь об остальных не хуже самой Фреи. Галин серьезный человек. Верно. И он чтит богов. Носит их в своей голове, как дерево носит ветви. Оттого его ум тяжел. Но нам легче. Сюнин, разведай местность. Давай продолжим. Оттого его ум тяжел. Но нам легче жить, зная, что боги к нам благосклонны. Там группа пленников, Данов.
Освободите меня! Кара на мели мало просто. Отходим! Тесним врага! И выпущу! У меня был нелегкий день, так что позволь... Смотри сквозь туман, Лив. Видишь свет вдали? Это наш лагерь. Мы вернемся, когда найдем остальных. Мы пойдем прямо в лагерь. Когда вы вернетесь, будем готовы поднять парус. Спасибо, добрый человек. О, друг, спасибо тебе. Лив и Галин не ладили, но с тех пор, как мы взяли Грэнтебридж, стали друзьями. Что, у них старые счеты? Вроде того. Каждый считал себя моим главным помощником и ненавидел другого. Но семья не конюшня, чтобы вечно состязаться. Как я уже сказала... Соперничество может рассорить... Чувство может рассорить родных навеки. Но может и заставить быть лучше, если с умом раздувать. Саксы окружили эту хижину. Возможно, там внутри данные. Валяйте! Выбивайтесь из сил! Жалкие сосунки! Даже дверь выбить не можете! Ты сдохнешь, когда мы с тобой закончим! Это я кончу, когда вы все сдохнете! Это точно Бирна. Будь рядом! Это точно Бирна. Это точно Бирна. Сунь голову в ведро с водой, и то ее будет слышно. Боже, она сильна, как дикий тур. Стреляй в эту сволочь! Сейчас пробуем зайти сзади! Снаружи наводит порядок. Мы и сами с усами. Решили основать тут новый город. Начали с этого дома. Идем с нами, Бирна. Лив и Галин уже в нашем лагере. Эйвор, найдешь нас, когда будешь готов.
Сейчас ты сдохнешь! Нет, слушать меня! Храни тебя, Один, Эйвор! Причалим здесь. На огонь собрались последние наши воины. Завтра к нам вернутся силы, и мы сможем отбить свой город. Я еще не говорила с Ливом, Бирной и Галином. Столько ошибок. Что они думают обо мне? Это не важно. Для них важнее то, что ты предпримешь теперь. Клянусь молотом Тора, я рада, что мы вместе. Несмотря ни на что. Галин, ты измотан. Не горюй о павших. Они будут петь тебе хвалы в Вальгале,
ожидая нас. Спасибо, Ярл Скона. Лив, ты устоишь в любую бурю. Я рад, что мы с тобой, Сома. Все как один. И знай, я пойду за тобой сквозь любой ураган, если позовешь. Бирна, я счастлива, что ты жива. Я сама счастлива, что жива. Я стольких потеряла, но вы трое по-прежнему со мной. Я счастливее всех ярлов Мидгарда. И ты, Эйвор, теперь я тебе верю. Помоги нам вернуть город, и я всегда буду тебе другом. Мой клинок твой. За Грантебридж. Сегодня мы отдыхаем. Собираемся с силами. Едва займется рассвет, мы отобьем Грантебридж. Отдохни ты с нами, Эйвор. Бери все, что тебе нужно. Похоже, за ночь в лагерь подтянулись многие воины Сомы. Ты Галин, верно? Да, это я. А ты Эйвор. Несравненный боец. Вечный воитель. Славное имя. Спасибо. Накануне ты был на волосок от смерти? Да, верно. Саксы гнали меня прямо сквозь эти проклятые топи и в логово разбойников. А потом пришли волки. Каждому сужден свой день. День смерти. Как мы ее встретим, вот что важно. Я горд тем, что был готов к ней. Что ж, я рад, что ты все еще жив. Ты Бирна? А ты, Эйвор, солнечный луч. Ты рассекаешь туман, как солнце, тает лед. Ты славно держишься, несмотря ни на что. Нападение саксов, утрата дома. Пока что да. Но ты не чувствуешь? Этот миг промелькнул. Мы свободны ловить новый. Это дар! Я рад идти с тобой в битву, Бирна. Ты славный, Эйвор. Можешь помочь или проучить. Я бы охотно приняла и то, и другое. Да. Лив, Сома говорит, ты построил ее дракары.
Так и есть. У каждого из них киль остер, мачта крепка, а на бортах вырезаны стихи, чтоб славить Дренга, что правит им. Дракар — это конь судьбы. Лишь несколько досок меж тобой и глубокой могилой. Нет места лучше, чтоб сложить стихи, м? Верно. Славно идти с тобой в битву, Лив. И с тобой, Эйвор. Спасибо, что вытащил меня и мой отряд из топий. Занимается день, и ветер свеж. Все ли готовы к грядущей схватке? Пора вернуть ваш город. Прекрасные речи. Жди у западных ворот Грентабриджа. Мы собираемся там. Дома ты не больно-то рада приказам, кроме как от самого Ярла. Я сражаюсь лишь за Сигурда. Пока ты здесь, Даг, ты сражаешься за меня. И ради союза с Сомой, за нее. Вперед! Больше паруса! Нам грести. Нужна история. Все мы помним тот день, когда Эйвор приказал напасть на клад Йосвивовальцнес. Я знал, что мы вряд ли сможем победить. Это была глупая и пустая затея. Но Эйвор сказал свое слово. А я всегда выполняю приказ. Как и всякий человек честный. Вы знаете, что было потом. Нас разгромили. Вас взяли в плен и должны были выпотрошить. А Эйвора вообще чуть не продали в рабство. Эта участь хуже смерти. Но есть кое-что, чего вы не знаете. Во время боя я видел Кьотви. Он прятался в пустом доме, как трус. Он меня не видел. И я был на расстоянии двух рук. Я мог его убить. Один удар... И конец нашим бедам. Но я не стал. Да. Потому что вспомнил свою клятву Эйвору. Я знал, что Эйвор давно хочет совершить свою месть над Кьотви. Так что я не тронул Бакраута. Да. Как жаль, что никто не может подтвердить твой невероятный рассказ. Эй, прекрати!
Две группы ждут. По обе стороны от ворот. Нападать по сигналу и не мигом раньше. Вигмунд знает, что мы здесь. Конечно. Я вызову его на переговоры. Он отвергнет предложенный мир, а потом его ждет сюрприз. Вигмунд, бесчестный вор, я знаю, что ты там. Верни мне Грэнта, Бридж, Вигмунд. Уже немало погибло людей. Говори со мной, как ярл с ярлом. О чем нам говорить? Что мне от тебя нужно? Ты гнусная язычница. Я же Тен, а ты грязь из-под мышки великана. Это мой город. Я сделала его шумным портом. Мы оба знаем, что ты выжмешь его досуха, если тебе позволить. Язычница! Сдохни в грязи! Откуда вылезла? Вигмунд, Вигмунд, последний раз говорю. Оставь Грэнта, Бридж. И тогда, быть может, я пощажу тебя. Ба! Грэнта, Бридж мой! Я здесь хозяин. И я чищу этот край от тебя... и твоих крыс, как рану от гноя. Позволь дать тебе совет, старый медведь. Верный способ очистить рану от гноя отнюдь не меч, но огонь. Пора! Даны Грэнта Бриджа! Верните себе свое! Кристал сегодня с нами. Что? Что Вигмунд сделал с ним? Нет времени. Сперва нужно взять город. Пробили стену. Идем к длинному дому, он наверняка там. Смерть Саксом, кто еще дышит? Живыми не брать, без пощады. Будешь страдать, выпотрошу. Я иду с тобой, Сома. Кто рискнет бросить мне вызов? Сам Бог со мной. Смерть Саксом! Не уйдем. Вы море спокойно. Иди, с этой мелкой рябью я справлюсь. Порублю на куски. Не сдаемся! Сдохни! Я ему
удары! Да, дай мне силы! Пусть тебя черви жрут! Все, хватит! Обходим! Живее! Во имя Христа! Вигмунд, тебе от меня не спрятаться. Выходи и бейся. Язычники, Вигмунда нет. Его нет. Один ждет тебя. Смерть всем воинам Вигмунда. Добрю твоими кишками наши пути. Вигмунда здесь нет. Он, быть может, прячется в городе. Будем искать повсюду? Нет. Он сбежал, это точно. Низкий трус. Но мы рискнули и одержали победу. Пройдемся? Протруби в наш боевой рог. Объяви о победе. Пусть весь Шир узнает, что Грэнта Бридж снова наш. Рог возвещает радость, долгую жизнь и богатство. Как я? А кто же? Без тебя нам бы не взять город. С тобой пришла удача. Пусть мощь твоих легких снова вдохнет жизнь в мой город. Только взгляните! Воины! Сильные! Прекрасные! И омытые кровью! Грэнта Бридж снова в наших руках! Завтра вы растопчете тлеющие угли костров Вигмунда! Но нынче... Нынче... Мы пируем, как боги! Эй! Пиры моего клана несравненны, правда? Ты доволен? Да, но праздновала ли ты или горевала? Я не мог решить. В ночь нападения из длинного дома доносились звуки бойни. И почти сразу город заполонили саксы. Я приказала уходить. Все мы умрем, но не так же. Это был черный день. Мне уже говорили. Саксы появились будто прямо из теней. В Грэнта-Бридже не было тайны важнее, чем этот подземный ход.
О нем почти никто не знал. Теперь о нем знает не меньше сотни саксов. Однако в тайну были посвящены только я сама и трое моих помощников. Ты думаешь, что тебя предали? Я это знаю. Но кто? Тут я не уверена. Лив, Галин и Бирна. Кто-то из них. Но кто? Ведь этот ход тайно вырыли мы вчетвером. Я надеялась, ты поможешь мне понять. Ты здесь недавно. Мне нужен свежий взгляд. Я обещал вернуть тебе твой город. Дело еще не сделано. Спасибо. Я поручу Галину, Ливу и Бирне избавить Нашир от вигмундовых крыс. Отправляйся с ними, и ты узнаешь их по-настоящему. И кто из них меня предал? Трудно представить столь гнусное предательство. Тот, кто готов нарушить такую клятву, должен иметь какой-то изъян. Мне нужна беспристрастность. Мне нужен ты, Эйвор. Я помогу. Спасибо. Ходи повсюду, смотри и слушай. Обыщи город и тайный ход. Возьми. За то, что помог нам вернуть Грентебридж. Эта вещь прежде принадлежала моей семье. Эйвор, раз тебе нужны люди, клянусь Одином, я лучший. Я буду готов служить, когда настанет время.